Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп, и видеообзор вот такого вот переходничка для накачивания лодки через обычный автомобильный компрессор. Данный переходник подойдет, скорее всего, не ко всем клапанам, вот, ну, по крайней мере, клапана Браво опробовали, все подходит хорошо, замечательно. Единственное, у этих переходников отсутствует прокладочка, вот, но подходит обычная резинка, резиновая прокладка на 3/4 сантехническая, вот, прекрасно туда встает. Вот, но насколько качественно и удобно качать этим переходником, мы попытаемся рассмотреть в следующем видео, когда будем накачивать лодку. Поэтому подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, и вы увидите, как данный переходник качает лодку ПВХ. Рекомендую!